В лондонском районе Ноттинг-Хилл прошел самый крупный карнавал в Европе. Он также считается вторым по масштабу в мире после Рио-де-Жанейро. Около 2 миллионов человек посетили мероприятие. Среди них был и наш СОБКОР в Великобритании Галымжан Хараманулла. Найджел и Дани делают последние приготовления. Поправляют свои карнавальные костюмы, наносят яркую краску на лицо согласно выбранному образу. Чувствую себя хорошо, солнце светит, и это прекрасно. Меня и мою подругу все устраивает. Я впервые участвую в карнавале. Я очень счастлива и приятно взволнована. Думаю, что все пройдет на высшем уровне. Приятного времяпровождения. Ноттинг-Хиллский карнавал имеет полувековую историю. Изначально фестиваль проводился афрокарибской общиной как ответ расизму в Великобритании. Сейчас же это просто праздник веселья и длится 2 дня. Здесь очень шумно. Громкая афрокарибская музыка играет со всех сторон. Участники брызгают друг на друга яркие краски, размазывают себя различными маслами. Зажигательные танцы тоже играют не последнюю роль. Люди не стесняются выражать свои эмоции. Карнавал проходит в районе сгоревшего недавно Гренфилл Тауэр. Тогда жертвами пожара стали около 80 человек. Некоторые расценивают это как неуважение к погибшим, но участники сказали, что проконсультировались с жителями сгоревшего дома и организовали молебен, а также почтили память жертв минутой молчания. А это жилые кварталы Ноттинг-Хилл. Многие жители уже давно на время праздника уехали далеко от этого шума, закрыв дома на замок. Магазины и вовсе накрыли свои здания фанерой и забили их гвоздями, опасаясь вандалов. Действительно, фестиваль считается очень опасным. В прошлом году был отмечен пик преступности. Были арестованы почти 500 человек, 90 из них за ношение оружия. Магазины закрыты, чтобы обезопасить себя, хотя я считаю, что на карнавале нечего бояться. Здесь и музыка, танцы, еда и, конечно же, выпивка. Люди сюда приходят, чтобы повеселиться. Стоит отметить, что в связи с участившимися терактами полиция в этом году предприняла повышенные меры по обеспечению безопасности. Но несмотря ни на что, карнавал имеет место быть. Организаторы называют атмосферу фестиваля позитивной и дружественной, которая сплачивает общество. С последним утверждением тяжело не согласиться. Галымжан Караманулла, Великобритания, специально для Хабар 24.